Доброго времени суток, друзья. Вы знаете арену? Так вот, мне кажется, сегодня стоит именно этим и заняться. Давно собирался. Здорово, есть новый бой для тебя. Продолжаем. Ну что ж, первый бой. Твой противник такой же кусок мяса, как и ты. Попал сюда из-за долгов. Ему поставили выбор. Либо выходишь и дерешься, либо отправляешься в ближайшую аномалию. Так что драться он будет как пес, загнанный в угол. Из-за снаряжения сегодня... Дай-ка подумать, ага. Будете драться на ПМАхах. Ну и по две обоймы, я думаю, вам хватит. Иди и надери ему задницу. Или отправься с собакам на корм. Выбор небольшой, вперед. Я готов. Два свежайших куска мяса. Кто-то из них сегодня станет мясом на корм собакам. В буквальном смысле. Начнем. Так, в инвентаре, короче, ни хера нету, да? Так, что? Вон он. Натуре кусок мяса. Натуре кусок мяса, блин. Выпустите того. Одним неудачником стало меньше. Да. Жаль. Так, у меня, по-моему, жизни стало чуть поменьше, да? И я хочу исти... Так, а где у меня мои вещи? Вещи мои где? Парень, А, вот они. Так, давай аптечку я... Одну использую, блин. Вот так вот будет лучше. Здорово, есть новый бой для тебя, продолжай. Предыдущий бой еще ничего не означал. Ты все еще кусок мяса, на который даже приличный человек не поставит и обоймы. Если хочешь неплохо заработать, тебе предстоит еще не раз выступить. Твой противник тоже прошел первый круг и сделал это достаточно быстро. Да и противник у тебя был посерьезней твоего. Ну, если честно, он мне не нравится. Он убивает очень быстро, а публики это... Этого не любит публика. Так что давай, иди и покажи, на что ты способен. После этого боя ставки начнут повышаться. Осталось только выжить. Пошел, я готов. Два претендента на цинковый дом. Оба прошли первый круг. Покажите, чему научились. Поехали. Уже профессиональнее, да? Так, уже с автоматом. Ну, вот это уже получше немножко будет, да? Где он? Я его не вижу. Он что, вообще не шевелится? Или... Подожди, стоп, он ходит где-то. Я его не вижу. Так, парень, ты где? Я тебя найду, 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 найду. Вон он с той стороны пошел. Снял. Паренька. И чё? И мне из-за этого... Так, бинтиками, да, попользуемся? Хорошо. Второй бой закончился. Сохраняемся. Ты победил, вот твоя награда. Первые 2000. Продолжай. Ну что ж, ты оказался не таким уж слабаком, каким показался с первого взгляда. Пришло время проверить тебя в честной схватке. Против тебя выступит два противника. Первый — швед,
второго, не помню как зовут. Их специально поставили в пару, они друг друга страшно ненавидят. Так что командной игры с их стороны может, можешь не бояться. Скорее они друг друга подстрелят из оружия, сегодня ружье. Так что смотри, в упор не подставляйся, а то по частям тебя собирать будут. Ставки против тебя 10 к 1. Если победишь, отлично, заработаешь. Погнал? Я готов. Для нашего нового бойца, ставки намеченного. Я уже популярен, да? Ладно, с дробовиком. Что получится, то получится. Блин, дробовичок-то не ахти какой. Что так хреново стреляет, а? Блять. Мне не нравится этот дробовик. Одного снял. Еще один где-то. Вон он. И второго снял. Да, с такого дробовика далеко не уйдешь, да? Неважнецкий. Неважнецкий, скажу вам. Ты победил, вот твоя награда. Три штуки. Продолжай. Теперь я могу с уверенностью сказать, что ты боец. Пришло время командного выступления. С тобой будет выступать два новичка. Два брата. Они еще не выступали, но так, братья, пришлось их засунуть в командные бои. А на особую... Так. На особую помощь можешь не рассчитывать, так что рассчитывай только на себя. Против вас выступит сыгранная команда. Претенденты на финал этого сезона. Опытные, опасные парни. Оружие смешанное. У одного из них автоматический дробовик. С ним будет предельно осторожен. У остальных АКМ. Давай лучше... Давай удачи. Она тебе пригодится. Я готов. И чё, у меня тоже АКМ? Но это лучше. Попробуем. Их трое. Вау. Экипировка-то нормальная у него. Чё скорость такая маленькая? Вон он, вон он. Есть, одного снял. Вон он. Блять, он сильный. В принципе, подготовленный, да, парень? Второй. Так, я не вижу его. Он не выходил оттуда. Вон он. Бля, как так? Ах ты, сука, попал. Так, это наши. Одного нашего братика кончили. Чё, подбил, нет? Подбил, молодец. Фу, о, проблема, а. Сразу получил. Хорошо, идем дальше. Ты победил, вот твоя танга, 4000. Продолжай. Сохраниться надо, между прочим. Сегодня у тебя необычный бой. Про твои подвиги прослышали даже вояки и прислали двоих своих бойцов. Да не удивляйся, вояки тоже в этом участвуют. Среди зрителей есть даже генерал. Эти парни из спецназа, точнее из ОМОНа, и вооружены они соответствующе. Будь осторожен, у них достаточно крепкая броня. Я тебя также голым не оставлю. Получишь броню свободный бронник. Чтоб они
подавились. Штука легкая, так что бегать мешать не будет. Покажи им, на что наш брат тоже не лыком шит. Удачи, я готов. Я готов, сказал. У нас особенный бой. Ох, 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 ох. Серьезные ребята. Буду пытаться задержать неповторимого меченого. Покажи им, чего ты стоишь. Так, сохранимся. Ждем-с. Ждем-с вас, ребята. Ждем-с. Вон он. В спину, в голову. Я не вижу, где второй. Вау, он тоже хорошо стреляет. Да, точность. О, вон он! Сука. Блять, сзади. Вот козел, а. Кровопусканием занимайтесь, ребята. Блять. Вон он. Ну в голову же попал. Вот, есть. Серьезно? Нет, ребята! А, ёб твою мать. С первой попытки не получилось. Блин, как назло. Так, одного снял. Второй. Второй где-то здесь недалеко. Вот он. Нет, это не он. Вон он. Вот он. Так, парень, я тут-а. Я тут-а, парень. Блядь. А чё по три патрона? Сука! Да что со мной такое творится? Почему я не могу? Почему я так расслаблен, а? С этой стороны нормально будет. Я думаю, что... Вон он. Бля, второй... Второй где-то там же. Вон он. Вау, вдвоем, блядь. Сука. Покажи им, чего ты стоишь. Если честно, как-то, блядь, слабовато. Честно. Я просто не играю. Да вообще-то... На запись она и не может быть иначе. Я надеюсь, что все-таки все пойдет хорошим образом. Слабовато я сегодня играю. Слабовато. Ну на запись она иначе и быть не может. Вау. Блин, гранаты нету. Так и хочется запустить гранату, блин. Вон он. Они вдвоем идут. Есть, одного снял. Второй тоже приближается. Вау! Ни хрена мне хреново. Блять, одно попадание и все, пиздец мне.
Бля, да почему по одному-то патрону пуляется? Почему не очередью? Вот тебе и настоящая игра. Серьезно, ребята. Голову нам надо, в голову. Блять, в голову попасть надо. А, блядь, да что ж такое-то, а? Ну, сейчас я уже не претендую на роль бойца. Слабоват я сегодня оказался. Блядь, в голову попасть не могу. Еще один. Эй, чё со мной? Бля! Нихуя! Всё-таки я так-то думаю на самом деле пройти вот эту мини-игру довольно напряжённо боя. В голову я попасть не могу. Вон он сидит. Блять, да что ж перезарядка-то такая хуйская. Мне нужно проиграть раз 25, наверное, чтобы... Но я не собираюсь сдаваться так просто. В голову! Не попал в голову. Второй где-то рядом должен быть. Одного завалишь, а второго не можешь. Ну, почти равными, да? Получаемся. Где второй? Вон он, второй. Есть, одного снял. О, вот он! Блин, что за херня-то, а? Почему у меня так тормозит, а? Игра, я вообще не понимаю. Вернее, не тормозит игра, торможу я. Как в замедленном повторе, блядь, было. Вот буквально секунд, 2 секунды назад. Он... Блядь, он же на меня смотрит. Я думал, он смотрит в другую сторону. Фу. Еле-еле, бля. О, нихера у них гроза, блин. Как так-то, блин? А я, наверное, вообще без экипировки, да? Или нет? У меня, наверное, что-то тоже было. Я что-то не обратил внимания. Надо было посмотреть. 6 штук. А ты победил, вот твоя награда. Продолжай, я сдаваться не собираюсь. Сегодня у тебя показательный бой. Долг. Изловил банду, которая долгое время на ростке покоя сталкерам не давала. Брали их ночью так, что почти все живы остались. Их все равно к стенке будут ставить. Так я долг уломал дать им шанс. Кто выживет, отправится в тюрягу вне зоны. Все лучше, чем подохнуть. Вооружены они чем попало, в основном пистолетами и обрезами, но их 6, так что смотри, не подставляйся по-глупому. Айда, я готов. На самом деле, блин, 6 бандитов, а я-то чем? Интересно. Сохраняемся. Так, у меня гроза. Гроза — это круто. Есть граната. Есть граната. Гранату сразу можно выпустить туда. По-любому. -1.
Тю-тю-тю-тю-тю. Ну где вы, ребят? Вон он. Я вижу! Так, он что, упал или нет? Нет. Отдача идет, блин. Один вон туда пошел. Вон он. Так, еще два или три. Трое, наверное, еще. Давай рассчитывать на трех. Трое, трое, трое. Вон один. Исчез. Вот те раз. Трое, трое, трое. Вот он. И двое осталось их. По классу. Так, патронов хватит. Где они? По-любому они с той стороны все. Меня никто не обходил. Со спины ударить не могут. Вон одного вижу. Нет, это мертвый. Вон он. Так. Правосудие. Никому все, что ли? Не суждено было оказаться на воле. Увы. Все. Фу, ну против шестерых гораздо легче, чем против ОМОНовцев оказалось на самом деле. Ты победил, вот твоя награда, 8000. Продолжай. Вот ты и дошел почти до финала. Тебе предстоит бой с мастером-сталкером. Да, он один, но он в экзоскелете из FT-200M. Если попадешь под очередь, считай, что ты труп. Тебя ждет сюрприз, о котором я не могу тебе рассказать, но мой тебе совет. Готовься, схватка будет непростой. Победитель этой схватки пойдет в финал. Смертельный бой, вперед. Я готов. За участие в смертельном бою. Неповторимый меченый против... Полуфинал, да? Полуфинал, блин. С большими изменениями. Смотрите на растерянное лицо меченого. Эй! О! С ножом, нах! Против FN-2000! С ножом! Поехали! Охренеть! Интересно, смогу ли я это сделать, а? Вон он, я вижу его. Так, он меня заметил, нет? Вроде нет. Вроде не видел. А уходим, блядь, я в этом в тяжелой броне, я двигаться не могу. О, я думаю, почему? Я думал, почему так все? Оказывается, блин, у меня вообще... А, не, у меня гранаты есть. А я-то не подумал, что у меня гранаты есть. Я и не думал, что... Я думал, мне с одним ножом... И двигать я не могу. 2000. Поехали! Не может быть! Он это сделал! В очередной раз доказав, что не важно, каким оружием пользоваться. Фу, вот это матч! Я думал, почему? Оказывается, я замедленный. Замедленный был, потому что в такой экипировке, которая не может... Ускоряться, блин, меня вообще кидают, как нехрен делать. Ну сейчас финал, а? Ты победил, вот твоя награда, продолжай. Подожди, нет, да, продолжай. Здорово, ну, так, продолжай. Я тебя поздравляю, ты дошел до финала. Осталась последняя схватка, смертельный бой. В этом бою каждый сам за себя. Помимо тебя, схватки
примет участие еще 4 сталкера. Все мастера, все в эзоскелетах, все с ГП-37. Теперь все будет честно. У тебя будет точно такое же снаряжение, никакой аптечек и бинтов. Готов? Докажи, что ты лучший. Пошел. Готов. Попробуем. Самый сложный бой был против ОМОНовцев. Надеюсь, здесь будет... Вау. В нем участвуют 5 финалистов, дошедших до финала. Так а нет, как-то странно, да? Странно то, что... Так. И чё они... Они все с той стороны почему-то были, да? Странно. Так, я не вижу никого. Хотя бы одно... Вон он. Бля, меня немножко подкидывает от такого оружия. Одного снял, похоже, да? Еще 4. Или я его не убил? Все же, убил или нет? Там он еще один лежит. Значит, их 2. Должно быть. Так, пройдем вот посюда. Бегать я не могу, да? Нет, могу бегать. Могу бегать. Но я никого не вижу. Вон он. Я тебя засек. Бля. Я его ранил. Ранил одного. А там еще 3. Да что ж такое-то? Где вы все? Вы что, все сидите, прячетесь, что ли? Так, или... вон он. Фью. Это что, победа такая? Да, я такой. На самом деле... АК-47! Нифига себе. А что с такими плохими-то этими оружиями? Так, ну что скажешь, парень? Ты победил, вот твоя награда. До встречи. Так, я забираю все свое, всю свою амуницию, да, получается? Вот. И хочу сказать, что самыми сложными были именно ребята... Ребята из ОМОНа. Просто да им должное. Ну, по крайней мере, вдвоем. Конечно, в одного. Вот-то я сразу же почти справился с ними. А вот с двумя-то, да. Парни серьезные были. Гораздо серьезнее, чем все остальные. Даже вот последний бой был ни о чем, получается, вообще. Ну вот. Так мы сегодня с вами поучаствовали в варенье. Так. Я поднял немножко денежек. Сколько у меня денег, кстати? 102 тысячи. Хорошо. И стал мастером. К моему наслаждению, можно сказать так. Вот. Так что... Несмотря на то, что вот этот бой... Я не могу забыть этот бой, когда меня несколько раз убили вот эти 2 ОМОНовцев. Но тем не менее я выиграл другие бои. Стоять! Территория для чужих закрыта. Я понимаю. По существу, в принципе, я могу пробраться туда, к ним, к Долгоцу. Но! Я в этом смысла вообще не вижу. Потому что... Когда, если я к ним проберусь, они будут считать меня врагом. А мне разве это надо? Так, а где саквояж? Не понял. Так, давай отойдем, посмотрим более конкретно, что здесь к чему.
Фу, до сих пор не могу отойти от того боя с двумя ОМОНовцами. Говорят, на территории долга в электрощите что-то ценное лежит. Так, это значит внутри, вот в этом здании, да? То есть, если я стану долговцем, только тогда я могу к ним пробраться в это здание. Ладно, никаких проблем. Смотрим, что у нас тут есть. Так, наша следующая задача. Найти документы X16. То есть мне нужно сейчас отправляться на янтарь и заодно найти ружьишко. Вот тут вот оно где-то лежит, да? Мобильное ружье. Но я думаю, я не пойду сегодня, я пойду в завтра, то есть на следующий день. Вернее, нет, не на следующий день, а в следующей серии, потому что сейчас идет утро, и я думаю, до ночи надо вернуться с янтаря, по крайней мере, для того, чтобы все-таки уже у бармена взять более конкретные задачи, которые заставят меня найти сталкера-стрелка, раз мне его нужно убить по такой возможности. Ну, давай вернемся в бар, потому что подождем стоять. В принципе, не хочется. Сегодняшняя арена, как не проваливался, я все равно одержал победу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте посмотрим, что у меня тут есть. А, тут запас довольно неплохой, да, у меня? Так, граната одна. Патроны. Патронов нету совсем. Вот эти вот возьмем. Конечно, возьмем. 200 хватит, я думаю, я насобираю, если надо будет патронов еще свое время. Так, у тебя есть еще что мне рассказать? Мне нужна работа, есть что на примете? В данный момент ничего. Я хочу купить информацию. В данный момент новой пока информации нет. По поводу задания. Так. Насчет какого задания? Убить мастера стрелка. Так, а где? Кстати, а где оно мне? Это задание. Секундочку, я хочу проверить. Так, задание убить стрелка. Где он есть? В армейских складах. Я вполне возможно, я не успею это сделать задание. Потому что у меня двух надо убить, да, может быть даже одного. Ну, скорее всего, двух разных. Найти фамильное ружье. То есть, как раз в следующей серии я пойду на территорию, дикую территорию. И... оружие долговца. Это оружие долговца. Я думаю, что там надо? Блин. Провалил я это задание. На территорию тьмы я все равно не пойду. И мне показалось, что это нужно было собрать документы. А на самом деле это всего лишь оружие долговца. Нужно отказаться от этого задания. Так. А что, я не могу, что ли, ему? А, вот этот вот, наверное, да? Понимаю. Я попал в задание. Найти оружие. Я отказываюсь выполнять это задание. Извини, пожалуйста. А у тебя есть еще что? Нет, ничего. Ну почему я отказался? Вы сами понимаете, потому что... в темную долину я больше не ногой. Ну просто смысл. Не вижу бегать туда-сюда по 10 раз. И оставлять маркеры тоже я не хочу. На всей территории. Вот. Ночная звезда. Ну, на самом деле, я не знаю, где ее взять. Сейчас я пойду... не сейчас, в следующей серии пойду на дикие территории. И, следовательно, там уже закончу. Совсем. Еще раз говорю, подписывайтесь. Объявление, доска, да? Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Всего доброго. Пока.